Английская грамматика, часть 201, спряжение глагола do. Действительно, давайте проспрягаем данный глагол в основных простых временах и посмотрим это на конкретных примерах. So, у нас с вами есть два предложения. Во времени present simple, present simple – это простое настоящее время I do it и she does it. I do it – я это делаю, she does it. Мы с вами помним, что I, we, you, they – это do, he, she, it – это does. Поэтому специально взяли два таких вот предложения. Теперь нужно сказать это в отрицании и вопросе. Как мы с вами это сделаем? Соответственно, я не делаю это I don't do it. I don't do it. Если he, she, it, то это doesn't. Получается she doesn't. She doesn't. She doesn't do it. She doesn't do it. Далее, вопрос. Do I do it? Я это делаю? Например, чтобы это выглядело реалистично, можно добавить слово «хорошо». Действительно, чтобы предложение было более смысловое, можно поставить «well» на конце. Я делаю это хорошо. Do I do it well? Соответственно, если «she», то у нас вопрос с «does». Получается «does she do it well?» Она делает это хорошо. So, does she do it well? Does she do it well? А далее, теперь это нужно сказать во времени past simple, дать утверждение, отрицание и вопрос. Я сделал, она сделала. Здесь не важно, я или она, мы просто используем вторую форму, did. Получается, I did it. Я это сделал. She did it. Она это сделала. I did it, she did it. И также у нас с вами идет отрицание. Неважно, I или she, мы говорим didn't. Получается, I didn't do it, she didn't do it. И также вопрос, неважно, какое лицо, мы всегда ставим did. Получается, did I, did she do it well? Well добавим. Did I do it well? Did she do it well? И во времени future simple, простое будущее время. Давайте сами это скажем. Оно образуется просто с помощью will. Получается, I'll do it – это краткая форма. I'll do it или же she'll do it. She'll do it. И, соответственно, yes, let's continue. Давайте с вами продолжим. Итак, получается, я это не сделаю. Краткая форма won't. Получается, I won't do it. Или же she won't do it. She won't do it. И вопрос, соответственно, начинается на will I или will she do it. То есть самое основное отличие, это именно во времени present simple. Давайте с вами еще раз проверим и повторим. So, present simple. I do it, she does it. I don't do it, she doesn't do it. Do I do it well? Does she do it well? Past simple. I did it. So, I did it. She did it. I didn't do it, she didn't do it. Did I do it? Did she do it well? Future simple. Future simple. So, I'll do it. She'll do it. I won't do it. She won't do it. Will I do it? Will she do it? Очень полезно так, в принципе, проспрягать любой глагол, не только глагол do.